Украденное лицо. Да, немножко. Ты вышла из своего солнечного замка, чтобы порадоваться прекрасному дню. Ты сама такая же красивая, как день, так думают люди. Ты прекраснее всех в нашей стране. Как бы и мне этого хотелось. Но ведь ваша доброта делает вас тоже красивой. Должно быть, это так. Взгляни-ка сюда, моя красавица. Какой красивый. Смотри туда, внутрь камня глубину. Должна увидеть там себя, себя одну. Ты прекрасна! Тебе надо прямо сейчас посмотреться в зеркало. Тот, кто камень найдет, мою силу заберет, и все станет так, как было прежде. Как было прежде. Как было прежде. Там кто-то плачет. И кто бы это мог быть? О чем разговор? Конечно же, как не плакать тому, кто выглядит таким уставшим? Нет-нет, это же солнечная принцесса, я узнал ее голос. За мной, братцы! За мной, братец! Ты прекраснейшая во всей стране и плачешь? О, что это с тобой? Кто сделал так? И где твоя, скажи на милость, красота? Тут была одна старуха, уродливая, но дружелюбная. Она показала мне сверкающий камень. Я заглянула внутрь. Итак, старуха весьма подла и коварна. Лицо принцессы своим камнем своровала. Поэтому мы должны забрать его, и все станет по-прежнему. Как оно и было. Ну просто так, мой старший брат, она нам камень не отдаст. Тогда мы заберем его хитростью. Как же вы это сделаете? Вы ведь такие маленькие. Да, мы малы, но храбрые зато. И вместе держимся, и все хорошо. Да, и все, да, и все, да, и все хорошо. Теперь нам надо подумать.
пришло ему в голову что-то? Тихо, не твоя забота. Есть у меня одна задумка, а я добавлю к ней кое-что. Ну, а ты что будешь делать? Я думал долго, лишь время тяну, но бью я в ладоши и готов ко всему. Теперь в замок скорей. Надо переодеться. Верьте, принцесса, мы камень добудем. И тогда самый прекрасный вы снова будете. Как же приятно, просто отлично! В зеркальце видеть лицо симпатичное! Кожа теперь совсем гладкая, нежная! Не то, что морщинисто-серая прежняя! Сдернутый носик. Ну что за подарок? На переносице нет бородавок. Сюда, скорей, эй, дамы и девицы. Мы снова тут. Еще прекрасней станут ваши лица. Еще прекрасней? Это не по мне. Нет краше никого во всей стране. Простите, госпожа. Я, видно, плохо вижу. Нам стоит лучше подойти поближе. У нее лицо! Это она! Ближе идите, ближе, сюда! Вблизи рассмотреть можно лучше меня. Думаю, вы правы. Ближе подойдем. Издалека все еще видно плохо. Очень плохо. Да-да. Оттуда очень плохо. Знать, красота моя, вас топовал сразила. Нет, госпожа, я вам должен сказать, вы правда очень красивы. Очень красивы. Очень красивы. Ну, не правда ли? Но вашей красоте чего-то не хватает. А ей красоте не хватает чего-то? Прошу прощения. То, чего не хватает, это косметика, известная как средство ухода за красотой. И она, конечно, нужна такой красавице молодой. Вам нужно ухаживать за собой. И это прямо благословение, что мы оказались тут. Все, что нужно для красоты, вам теперь дадут. Конечно, красивая дама. Конечно, за собой нужен уход. Было бы здорово, если бы вы могли помочь. Браво! То, что мы такое можем... Известно всякому. Лишь вам хотим услужить. Первый в стране красавицы. А ну-ка, братцы, давайте начнем. И все лучшим образом в порядок приведем. Здесь полотенце. И масло. Они всегда пригодятся. Яйца и мед. Он коже розовый блеск придает. Вот помидоры и репа отличные. Свежие очень, а это вот лишнее. Теперь быстрее в дом. А где камень? Держи язык за зубами. Он там, с складкой в юбке, так принцесса сказала. Достать его труда и времени надо немало. Эй, ну что там?
перестань трусить. Пошли! Выстраивайтесь поудобней. Вы должны знать, расслабиться — это важно. Что вы валяете тут дурака и пялитесь на облака? Слушайте, что я говорю. И делайте все правильно. Да, именно так. А ножки вытянуть вперед. И юбками прикрыть. Там какой-то ящичек. Ящичек мой! Да кто ж с этим спорит? Камень там внутри! Тихо, замолчи! Откиньтесь назад. Не глядите так мрачно. Улыбка дарит красоту. Да, вот так прекрасно. Один из вас воду с плиты принесет и полотенце в нее окунет. Другой же займется ногами и густо их медом натрет. Зачем же ноги? Их ведь не видно. За ними нужен еще больший уход, чем за ваше лицо. И кто бы мог такое подумать? Ясное, как день, лицо, а ноги черны, словно ночь. Пахнет нехорошо. И вдобавок опасно. А тут у нас липкий мед. Ну да это ничего. Покажите ваши ножки. Ведь с них мы начнем. Что вы все смеетесь и корчитесь? Вы же нам все этим портите. Вам верю я весьма охотно. Но до чего же это щекотно? Маш скорее, братец. Хватит зря время тратить. Вверх еще разок. Вниз еще разок. Вот уже все и сделано. Теперь наступите на пол так сильно, как только вы можете. Но не спрашивайте, зачем мы делаем это. Ведь это все косметические секреты. И они очень вредные. Что ты такое говоришь? Ах, да, конечно же. Очень секретные. Я это хотел сказать. Подайте-ка мне яйцо. Сейчас вы почувствуете, как это приятно. Яичная маска делает кожу особенно прекрасной. А теперь заберем камень. Да держи же язык за зубами. Кисточку, пожалуйста. Да, это делается так. Не слишком толсто. И не слишком тонко. Иначе никакого смысла нет. Теперь помидоры. Видите? Они кладутся на глаза. И вы больше ничего не можете видеть. Зато потом глаза
поистине прекрасны. Теперь мне нужно полотенце из ведра. И хорошенько все прикройте. Все сделано, и нужно еще время. Но если вам вдруг станет скучно, то мы вам споем серенаду. Хорошая мысль. Ну а вдруг я засну? Тогда мы вас разбудим. Пускай она спит, а мы возьмем камень. Ты можешь держать язык за зубами. Что вы там сказали? Ах, ничего, прекрасная дама. Мы петь начинаем. Песня о великой любви одного маленького гнома. Раз великаншу гном влюбился смело. О, вы чудесно поете. Стал целовать, а та чихнуть хотела. Общи привет, малютки больше нет. Как скорбно на сердце у великанши девы. Она спит. Она не спит, она храпит. Он у нас! Ну, брат, теперь тебе помалкивать не надо! Ура! Смотрите-ка, кто бы мог подумать! Вы мне тут что-то плели про уход за красотой? И при этом хотели камень? Хотели забрать мою силу? Минутку! Ведь это вы украли лицо у принцессы! Как раз этим камнем! Потому мы пришли его взять. Она посмотрит внутрь, и все станет так, как прежде опять. Потом вы можете его забрать. Ну-ка, братец, тихо. Ну что ж. Тогда я побеждена. Вот он. Подойди, в камень погляди. На крыльях будешь ты теперь летать. Орлом ты станешь, будешь братьев зайцев в клочья рвать. Да будет так! Теперь ты их враг. Кыш, кыш! А ну из дома вон! Не то будешь камнем в мышку превращен! Махонькую такую!
Эй, ты! Там, под столом! Да, ты! Ты будешь рыбой! Большой рыбой! Когда твой брат-орел тебя поймает и схватит лапами, ты вниз его тащи в подводную могилу! Куда подевался последний удалец? Их ведь было трое. Да что это? Что держит меня так крепко? Это клей на ваших ногах. Это он вас держит в наказание. Клей? Сначала был мед, а теперь клей? Именно! Камень, смотри, ты, жаркое сатаны! Зачем же так грубо? Я просто хотел вам помочь. Но, если что, я могу идти. Стой! Ты хочешь мне помочь? Так я сказал. О, это было бы чудесно! А в камень я могу смотреть с любого места. Ну ладно, я сделаю для вас то, что я задумал. И повнимательней. Делайте точно, как я. Я сделаю так, как ты скажешь. В сторону в руки, голову вниз, голову на бок, руки скрестить, за голову руки и голову в бок. Теперь же внимание. Я камень взять смог. Он у меня. И все снова станет, как было. Прощайте, прощайте. Ах, морковоед наглец! Ах, зайчишка ты подлец! Ах, ты с длинным ухом рваным! Ах, ты гнусный и коварный грызун! Гляди-ка, вы летать умеете? Ты думаешь, что камень твой? Симсалабим. И он не мой? Ладно, пусть тогда пока станет сердцем быка. Почему ты смотришь так? Поверь, бык, я тебе не враг, мне нужно только камень взять. Ну теперь можешь покричать. Он настигает меня. Сейчас, сейчас, сейчас я остановлюсь. Топчи его! Ты мчишь куда? Ты что, не видишь? Это ж я! Да, это ты правильно делаешь! Остановись же, наконец! Нет сердца у тебя! Ты камень, бык, и потому стань камнем сей же миг. Черт побери, вот это грохот гром. Ну что вы сделали с быком? Ой-ой, нельзя же так. Он должен же быть тут. Кто, бык? Молчи, дурак. Я его никак не найду.
Не его ли вы имеете в виду? Стой, подожди! Дай мне камень! Вам того хочется, я знаю, но теперь я им обладаю. Ошибка, он тебе не пригодится. Пускай же камень станет сердцем птицы. Вот, улетает камень сейчас. И это в последний раз. Не увидишь его ты больше. Все останется так, как сейчас. Рано радуетесь. Я за ним следить не устану. Пока крылья его нести не перестанут. Он спустится на землю наконец. И тогда придет конец вашему колдовству. Мчись, мчись, зайчишка. Тут и там я за тобою по пятам. Что думаешь, лечу сколько хочу? В конце концов, я все же тебя схвачу. Какая жалость! Все напрасно оказалось. Гляди-ка, мой братец орел! Он заставляет его опуститься. Мой братец рыба! Вот так удача! Они гонят его к берегу, не иначе! Не бывать этому! Надеетесь, что все станет по-прежнему? Смотрите, я того не допущу! Чудо-камень в огне беспощадном расплавится. Я ж навеки останусь первой красавицей. Ну а ты так и будешь всегда безобразной. Ощутили боль в груди сверлящую? Вот оно, ваше сердце настоящее! Вы и сами должны стать такой, но без блеска. Простою скалой. А все остальное должно стать, как было.
как было? Как было? Посмотрите в зеркало. Все так же, как и прежде. Он был орлом. А он был рыбой. Ведьма подла и коварна. Их обоих превратила в... Ну ты можешь помолчать. Это ведь видели все. Благодарю вас. Ведь вы меня спасли от колдовства. А что зайцы умны и отважны бывают, даже не думалось мне. Но зато вы опять прекраснее в целой стране. И без всякого камня. Что ж, здесь должен быть в сказке конец. Да и хватит уже повторять. Можешь ты помолчать наконец? Thank you.